В Жамбылской области назначен новый прокурор. Им стал Жаркын Кусаинов. Сегодня заместитель генерального прокурора страны Кененбай и глава региона Аскар Мырзахметов представили активы области нового прокурора и пожелали ему успехов на новом поприще. Жаркын Кусаинов родился в 1976 году в Алматы. Является обладателем медали «Жаунгерлек Ерлига Ушен». Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности правоведения. Трудовой путь начал с должности инспектора канцелярии управления делами Генеральной прокуратуры. Был помощником, старшим помощником военного прокурора Алматинского гарнизона, военным прокурором отдела, старшим военным прокурором управления главной военной прокуратуры, старшим прокурором управления, заместителем начальника управления прокуратуры города Алматы, заместителем прокурора Медеусского Ауэзовского района в городе Алматы, начальником отдела департамента Генеральной прокуратуры, начальником управления прокуратуры города Алматы, прокурором Медеусского района города Алматы, заместителем прокурора Жамбылской области. Стаж работы в органах прокуратуры свыше 20 лет.